1988 года. В принципе, много воды с тех пор утекло. Можно сказать, что это дебют, вот такой, если иметь в виду наше время, современные вот эти ушедшие годы недавние. И замечательная артистка, ее зовут Марина Дмитриева. Наверное, любитель авторской песни, конечно же. Вспомнили. И добрые сердца. Вот она, наша землячка. Автор-исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля. Сейчас она и сама является членом жюри Грушинского фестиваля. Замечательная, любимая певица, любимая исполнительница. Песни ее волнуют, увлекают, они радуют. У них столько юмора, тепла, добродушия. Очень много жизненной мудрости. И вот не так давно, 26 мая нынешнего года, Марине Дмитриевой была посвящена телепрограмма об авторской песне на канале «Эхо Москвы», где в течение почти часа знаменитая телеведущая Нателла Болтянская беседовала с Мариной. Марина исполняла свои песни. Эту передачу можно посмотреть в нашей группе «Середина лета 2018». Всем рекомендую. Интереснейшая передача. Итак, мы аплодируем нашей гости, нашей землячке из Тюмени, Марине Дмитриевой. Здравствуйте. Действительно, очень... Я даже не думала, что я буду волноваться, я как-то уже обычно не волнуюсь. Но вот сейчас сказали, что 20 лет. Много. Значит, смотрите, как я подхожу к вопросу бардовской песни. Песни я пою свои. Почему я пою свои песни? Ну, потому что, как вы понимаете, стала я на 20 лет старше, слова забываю, если я что-то перепутаю. Ну, это бардовские песни у нас сродни казни. То есть, не дай бог, что-то это. Поэтому я пою песни свои, и вам, соответственно, я тоже буду петь свои песни. Прожито, не прожито, сложено, как сложено, безобидной кажется причина. Я смотрю на звездочку, она на горы-дачка зажигает новую лучину. Вьюга к марту тянется, и жалел не останется у любви три свадьбы за плечами. Время лечит.
кем мы очень давно не виделись. Спасибо те, с кем мы видимся каждый день. Слово «дебют», кстати, вот сказанное ведущие напомнили мне студию «Дебют» Лены Андрея Иванова. Вот в те далекие годы. Вот им огромное спасибо. И, знаете, хочу... Очень редко так получается. Дело в том, что у меня есть сестра, есть родители, да? И мы все живем в разных городах. Ну, в смысле, родители вдвоем живут, все нормально у них. Вот, они в одном городе, я в другом, сестра в третьем. Встречаемся мы очень редко, значит, и возможность их попасть, когда я пою на сцене, очень редко. Мама и папа, огромное вам спасибо за то, что вы всегда меня поддерживали в бардовской песне, во всех моих начинаниях. И, вы знаете, а давайте вы мне скажете, какую мне песню спеть? Веселую? Веселую. Все хорошо, договорились. Значит, тогда песня такая, рассказываю предысторию песни немножко. Однажды мне ВКонтакте приходит сообщение. Марина, вы такая красивая. Паше 24 года. Для нас, знаете, для бардов вот это вот позаглазашнего песню написать, честно говоря. А еще у меня всегда есть такая проблема, мне всегда очень везет на имя Сережа, но с Сережами не везет категорически. То есть если мне человек говорит, вот допустим, здравствуйте, я Марина, он говорит, я Сергей, мне нужно говорить, Сергей, до свидания, всего хорошего. Ну, то есть так тоже. Вот, и по этому поводу, собственно, песня. Мы когда в прошлом году еще, можно, да, секунду вашу займу, были на фестивале Росатома, а там, значит, Сергей Кириенко и Сергей Нарышкин гости. Я говорю, а не получится так, я сейчас спою песню, да? А потом буду где-нибудь в Озерске уговаривать, чтобы меня взяли на пол в школе городов Росатома. Я состарюсь точно на диване, на диване с книжкой в руках. У девчонок есть Сережа Ваня, у меня с Сережей никак. Может, потому что я Люсия, просто мама скрыла от меня. Да спасет великая Россия всех Сережей, избы и коня. Конь меня особенно тревожит, я его нисколько не виню. Только если звать его Сережей, это ж как не повезло коню. Из избы горящей выбегая, думаю про то, что мне трындец. Может, не Люсия, а Аглая, мама, мама, ну признайся, наконец. Пусть Некрасов будет как примета, провожаю взглядом месяц мою. Это ж как приятно, что поэт все-таки назвали Николай. Это ж как приятно, что поэт все-таки назвали Николай. Спасибо. Марина Дмитриева. Пожалуйста, дорогие друзья. Спасибо большое, Марина. Ждем вас.